борьбе характер, конечно, имеет первое, на что я обращаю внимание, это характер и мужское, это волевые качества, без которых нельзя. Выпускники мои, первый это Семенов Менгиян, призер Олимпийских игр, Лужков Алексей, также второе место он занимает на Олимпийских играх, чемпион мира. Вот. Иванченко Михаил, чемпион мира. Многие мои выпускники работают сейчас тренерами и достойно, и уже у них свои чемпионы есть. В общем-то, первый турнир, который через меня, я, честно говоря, не хотел проводить, потому что ну, предложили друзья, говорят, ты 40 лет отработал, много у тебя результатов, которые достойны, это олимпийские призеры и чемпионы мира. Поэтому давай в честь тебя проведем турнир. Ну, вот уже третий год просят меня делать. Я в этом году согласился. Ну вот с этим делом что делать? Проводить? Как всегда, постараюсь провести достойно. У меня много выпускников, которых я хотел бы пригласить. Чемпионы мира и олимпийские призеры. Вот. И своих друзей. Мы вас приглашаем на открытые соревнования. На призы заслуженного тренера России Виктора Николаевича Трифонова, нашего тренера, тренера Московского училища Олимпийского резерва номер один. Данный турнир будет проводиться у нас впервые, но у нас есть большой опыт по проведению как всероссийских, так и международных соревнований. На турнире будут разыгрываться 11 комплектов медалей, 11 весовых категорий. Это юноши до 16 лет. А также мы утвердили два приза. Приз за волю к победе и лучшему борцу турнира. Так что, уважаемые спортсмены, мы ждем вас, мы ждем в стенах училища Олимпийского резерва. Мы максимально готовимся к этому турниру. И, конечно, хотелось бы видеть красивые, зрелищные схватки.